вот такой вот смурфик. Он с такой позе, что он о чем-то или задумался, или у него голова болит. Я не знаю, он либо куда-то бежать собрался, либо ему плохо стало. Вот, за голову почему-то держится. Вот такой позе, как будто бежал, или просто нагнулся, что ему плохо стало. Вот, у него вот такой вот красивый, вот, голубой, вот. Вот у него хвост, вот, видно, он такой вот голубой, его видно, почему-то хвост видно сбоку. Вот, так вот сделали хвост. Вот, у него колпак белый, вот, штаны белые, вот, снизу он выглядит вот так вот, у него видно внизу только свет от руки, хотя у других в подставках, кого я показывал, видно было еще след от ног, ему так не сделали, почему так делали, я не знаю, вот у него вот такие глаза, они практически залазят под колпак глаза, поэтому их не видно, вот, из-за того, что тут сделали руку, которую он держится за голову, вот эта вот рука, вот. Он с одним ухом, ухо не сделали тут, ну, тут рука, на самом деле, тут должно было быть ухо, если бы тут было ухо, то рука бы так не сделалась, она бы не поместилась, потому что, соответственно, какой у него большой нос, вот. Вот, нос, нос. И какое у него большое ухо. Рука бы так не поместилась, поэтому вот он, то ли бежать собрался, то ли что, ну, в общем, непонятно. Кто вообще знает, почему он в такой позе, что это может быть? Пишите в комментарии, ставьте лайки, потому что я еще буду показывать не раз разные фигурки, возможно, даже когда-нибудь из морфиков покажу, я не знаю, как будет в будущем. Потому что я на будущее не загадываю, я просто буду удивлять еще разными такими видео. Вот он сбоку сделан. Честно сказать, поза его меня удивляет, вот. Удивляет он. Вот. Вот так вот смотрится, вот. Поэтому кто, вот, что думает, вот. Лично неудобная такая поза, по мне, да. Ну, что-то хотели показать, когда его делали вот в такой вот позе. А может это какой-то такой персонаж, которому вот такая поза нужна, или что, я не знаю, кто это лично, и почему он в такой позе, поэтому, если кто что знает про него, пишите в комментарии, мне очень интересно узнать.